Всем привет, всем привет! Но у вас сегодня на экранах видео от подписчика. Итак, маленький, средний, небольшой, как хотите, так называйте, донатов, которые вроде как бы донаты, но вроде как бы не сильно донаты. Итак, хочет вытащить себе очень много, и особенно конфетницу. Но самое интересное, этот человек до сих пор думает, что перезагрузка игры повлияет как-то на дроп. Об этом часто говорилось, об этом говорили многие блогеры, и, кстати, я тоже был уверен, что если перезагрузить игру при плохом дропе, то дроп обязательно будет лучше. Это все выдумки. Вот и здесь как бы Ники пытается сделать себе хороший дроп, перезагружая игру. Так что не удивляйтесь, что в течение всей игры будет несколько раз перезагрузка. Ну а что вы думаете по поводу того, что лучше игру остановить, лучше открывать подарки в полночь или лучше перезагружать игру? Конечно же, пишите в комментариях, влияет ли это на дроп или не влияет. А я вас почитаю. Expectations.